Камин красивый сделать. Ну правда. Ну это же наш папа. Других слов, думаю, не надо. Молодец! Мама у нас прекрасная домохозяйка. Заботливая мать, любящая жена. Одним словом, хранительница домашнего очага. Спасибо. Поделки, которые здесь представлены, это то наследие, которое приходит нам от бабушек, от дедушек. Но тем не менее, как мы уже современная семья, мы идем в ногу со временем, совсем. У нас представлены лебеди. Лебедь – верность, любовь, крепость семьи, духа. Так же, как сильна наша страна, крепка. Поэтому лебеди – это символ нашей семьи. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, первое конкурсное задание выполнено. И мы приглашаем вас, уважаемые жюри, зрители и болельщиков, пройти в зрительный зал для продолжения нашей конкурсной программы. Сейчас пойдем. Молодцы, 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 очень здорово. Захар, ты тут? Молодец. Ну что, тебе холодненького или горячего? А. Будем охранять. Человек уходит, шучу. Просто не снимай. Я снимала, подключила. Да мне вам сказали уже, надо что-то такое холодненькое. Да я скажу. Да я говорю, хотя бы. Я ж не могу, я Кристину буду одевать. Тогда точно отсюда не отошли, слышишь? Если бы начальник был, точно бы не отошли. Что ты, возьми. Запомни. Открывай. А зачем мне? Чиповый хочешь? Да. Говорю, это все Серега. Я буду охранять. Да. Сейчас. Это должно быть поддерживать сильно. Да. Машина.